Как-то раз к котятам приехал доктор, чтобы сделать им важную и очень полезную прививку. Надвигалась эпидемия кошачьего гриппа, которую можно было остановить только с помощью прививок. Коржик, Карамелька и Компот не боятся прививок. Они понимают, как важно их делать. Но не все котята такие смелые. Друзья котят очень испугались, когда узнали, что к ним должен прийти доктор, и спрятались. И теперь доктор не может сделать свою важную работу. И что самое неприятное, из-за этого все друзья могут заболеть. Вот придумали, как помочь доктору и своим друзьям. Они решили позвонить другим котятам и пригласить их к себе домой, чтобы поиграть в доктора. И когда котята поймут, что лечиться совсем не страшно, а очень даже весело, тогда дядя-доктор сделает им полезную прививку. Дяде-доктору очень понравилась эта идея, и он решил помочь Коржику, Карамельке и Компоту. Больницу со множеством разнообразных кабинетов. И теперь приглашают пациентов поиграть с ними в очень увлекательную игру. И скоро к Коржику, Карамельке и Компоту пришли друзья. Их было так много, что на прием выстроилась длинная очередь, как в самой настоящей больнице. Жми на пациента, которому назначено на это время.